А мы идем вот и, соответственно, вы не видите. Так что получается, что все переходят на наш стадион. На поле Мосэнергосбыт и Газпромэнергохолдинг. Мосэнергосбыт играет в форме белого и желтого цветов. Газпромэнергохолдинг в форме белого и синего цвета. Газпромэнергохолдинг дважды сегодня на площадку выходил. Начал турнир с уверенной и очень важной победы над Меридиан Энерго. Но затем в матче со спецсвязью ошиблась команда и встречи все-таки завершила игру в ничью. 1-1. 4 очка. Неплохой результат за 2 матча. И сейчас, если «Газпром Энергохолдинг» удастся одержать победу, то, имея 7 очков в активе, ну, наверняка первое место, пусть и промежуточное, но команда займет. Кролов отличную передачу делал Новоселову, там только долго осталось подставить, переправить мяч в сетку. Юрка, дайте любого, пожалуйста, или вы там слева. Мосэнергосбыт в прошлом сезоне не играл. Выступала команда в наших соревнованиях ранее, в основном наверное, кубковых турниров, нежели в таких длительных сезонных соревнованиях. Ну, конечно, команду помним. Яркая не только благодаря цветам формы, но и за счет игры. Тем временем Дошкин решил пробить. Алло. Вратарю больше нельзя. Энергосбыт активно ротирует состав. Пошли! Пошли! Еще одна замена по игре. Ну, свежая четверка сейчас получается. Вот. Можно уже что-то на поле. Здорово, наш! Такая получается игра без моментов. Вроде бы мяч в поле держится,
Прям ошибок мы не видим с той и другой команды. Третий удар. Сыграл неплохо, но при этом все-таки извиняется перед партнерами, показывает, что мог мяч в руки забрать. Все, здорово. Все, мяч вылез. Здорово! Снова вратарь. Правил. Успели защитники Газпрома Драгополза расставить площадки. Ответный перехват. 3-3. Так, они вышла. Полдушка. Затянулся проход. Душкин. Энергохолдинга, но пока оно не переходит в забитые мячи. Здорово! Толка этого преимущества просто нет. Здесь пол Вралова тянет на эту карточку. Он мини-арбитров нет. Фролов сохранил мяч. Пас на Душкина. Далековато мяч выброшен. Сорок секунд еще играть в первом тайме. Так,
Все, перерыв. Очень быстро начинается второй тайм. Показана желтая карточка. Получает ее Консор. Сыграл он рукой за пределами штрафной площадки. Ну, кому интересно, может пересмотреть повтор. Мне, пожалуй, в этой ситуации соглашусь с арбитром. Тем более, Смоленинов всегда очень внимательно следит именно за действиями вратарей или действиями против вратарей, сам являясь голкипером. Удар здесь, стенка спасла. Все, ладно, ладно, Сеня, Сеня, играй, все, Сеня. Сеня, Сеня, Сеня! Твою мать! Удар, Коцур на высоте. Оживился Мосэнергосбыт после перерыва. Заметно лучше, активнее играет команда. Ваш, появляйся! Ваш, появляйся! Да. Пошли! Ну, пошли! Посмотрим, к чему приведет решение играть больше самим в атаке. Все-таки «Газпром» Энергохолдинг проводит третий матч с небольшими перерывами, может быть. Стоило заставить их во втором тайме еще эти силы потратить, побегать в атаке, чтобы потом в концовке матча забрать уже инициативу. Субос Энергосбыт решил не тянуть. Пушкин. Мне кажется, что находясь на скамейке запасных, еще пробегает здесь больше многих полевых игроков. Снова без удара. Энергосбыт с мячом, перешли через центр, но приходится снова отходить назад. Но лучше вот так пробить и попасть мимо, чем не бить бокс. Время идет, пока без забитых мячей, 3 нарушения правил у «Газпром Энергохолдинга», 1 фол у «Мос Энергосбыта». Пол в атаке, второе нарушение у «Мосэнергосбыта».
Саш, можно, Саш, можно идти, можно, 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 можно. Все, да, спокойно. Все, 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 все. В рамках правил. Напомню, что и подкаты у нас, хотя был не подкат. Хорош, хорош, хорош. Газпром энергохолдинга, пока фолы, может быть, это самые заметные действия в матче. МОС Энергосбыт берет тайм-аут, чтобы обсудить, как разыгрывать стандарт. Ты тоже издеваешься, тебе тоже неинтересно. На, иди поработай. Лицензии есть? Нету? Не издевай тогда. На, позвони с моего. Надо в избранных у него. Сейчас увидишь. Просто открой. Если не кофе, открой и посмотри. Контакта. Кому принадлежит телефон, прежде чем звонить. Продолжилась игра, не получилось разыграть так, как запланировали, а тут еще и контратаку пропустили. Удар мимо. Давай, давай, пошли, пошли! Я надежду на него сейчас. Новый шанс для Гея. Пол против Холостова. Остается у Газпром энергохолдинга. МОС Энергосбыт вдвоем против защитника и вратаря. Мимо удар. Да, пожалуй, верно будет утверждение, что немного в этом матче Газпром Энергосбыт не везет. Но слишком уж фартовым вышел из противостояния с Меридиан Энерго.
наверное, по закону сохранения везения складывается Диньо ГЭП. Пятый в полу Газпром Энергохолдинга. Парни, 5 голов, 40 секунд, не надо, ребят, не надо! Не залив! Не только не забивает, но еще и пропускает. 1-0 становится счет в пользу Мосэнергосбыта. Хватило им и полумомента для того, чтобы забить. И пятый полевой игрок выйдет вместо вратаря. Сейчас даже ничья уже выглядит неплохим результатом. Жди, Дима! Колом займет место в воротах. Ну, так, словно в воротах. Учитывая с тем, чтобы журналисты возможности возникает выйти в поле. Хорош. 20 секунд. Сейчас очень важно следить за секундомером. Секунд отделяют Мосэнергосбыт от победы. Никуда катится мяч, хватит ли времени. Мяч уже уходит. Штанга, надо играть. Да, удивительный гол Газпром Энергохолдинг забил в матче с Меридианом. Удивительные голы пропустил в поединке против Мосэнергосбыта. Все так надо, да?